Президенты Беларуси и России проводят встречу на Валааме. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России. Белорусский борт номер один с утра приземлился в Санкт-Петербурге. Уже оттуда на вертолете Александр Лукашенко направился на север. Лидеры не могут пожаловаться на дефицит общения. Регулярно проходят белорусско-российские переговоры, но встречам на острове Валаам союзники всегда придают особое значение. Владимир Путин приветствовал коллегу у входа в храм Смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря. Вместе лидеры зашли в церковь. Там состоялся небольшой молебен, во время которого президенты успевали немного переговариваться. Александр Лукашенко и Владимир Путин зажгли в храме свечи. Президенты заглянули и в небольшую часовню царственных страстотерпцев. Главы государств не впервые вместе посещают здешние православные святыни. Уже дважды эти места с особой атмосферой становились площадкой для переговоров. Так что, можно сказать, традиция. И хоть выглядят лидеры достаточно неформально, они без галстуков. Известно, что повестки президентов, актуальные вопросы развития белорусско-российских отношений, продвижения союзных проектов, региональной безопасности, конечно же, международная повестка дня. Все эти насущные темы можно обсудить в спокойной и доверительной обстановке Валаама. Думал, приедем, остынем тут в холоде. А тут... Вода 25 градусов сейчас. А 25. Тут жара больше, чем у нас. Чем в Черном море. Анонсировалось, что разговор лидеров будет проходить в разных форматах, но преимущественно в закрытом режиме.